А пятница для нас была днем отдыха. Мы приходили к сенсею Накаяме со своими докладами, посвященным, например, технике выполнения маэгири или канкудай-ката. Мы их представляли всем, а потом происходило обсуждение. Сенсей, вы помните свой первый момент, когда вы вышли в первый раз на чемпионат Японии, который был очень жесткий в те времена? Вот что вы чувствовали в тот момент? О да, я хорошо помню свои чемпионаты. В те времена выступали великие мастера, такие как мистер Табата, мистер Уэки. Это были великие бойцы, великие специалисты карате. Но знаете, что я вам скажу? В университете Токусёку наши поединки были куда как труднее. Надеюсь, я не разрушил ваши иллюзии. Да, это было гораздо труднее. Но на студенческих чемпионатах выступали люди из других организаций, например, из Годзюрю карате. И это, я вам скажу, было очень трудно. В настоящий момент очень много говорят о традиционном карате, о традиционном японском карате. И говорят, что когда ввели соревновательные правила в карате, карате изменилось, карате ушло от традиции в сторону спорта, в сторону бизнеса. Вот как вы считаете, это действительно так? Или все-таки дух традиционного карате, он остался сейчас, на сегодняшний день, в комбу-джикей? Это хороший вопрос. Но знаете, что я вам скажу? Спорт и традиционное карате на самом деле одно и то же. Да, конечно, можно слышать от многих людей, которые не выступают на соревнованиях, такие слова. Ну что вы, соревнования – это исключительно спортивное карате. Но истина в том, что выступление на соревнованиях – это часть традиционного карате. Но давайте разберемся, почему люди так думают. Если вы не будете тренировать карате как искусство, то вы очень легко перейдете ту грань, которая превратит его в банальный мордобой. Но цель карате – не навредить вашему партнеру, а в первую очередь победить себя. Это интеллектуальные занятия. Вы должны понимать, что на соревнованиях вы выступаете не один, что у вас есть партнер. Так думаю не только я, так думают многие люди. А если это так, то настоящий карате будет жить. И только такое отношение к самому себе и партнеру делает ваше выступление возможным. Если вы будете выходить на бой как на драку, тогда вы сделаете невозможным изучение карате. Выступление самого Очи-сенсея на чемпионатах Японии можно считать более чем успешными. Вообще, соревновательная система японской ассоциации карате очень сильно отличается от европейской. В отличие от европейских спортсменов, все японские каратеки выступают в обоих видах соревнований, как ката, так и кумите, что привело к системе определения абсолютного чемпиона, спортсмена, завоевавшего первое место в одном из разделов и как минимум призового места в другом. В начале нашей программы мы говорили об уникальном, никем не побитом спортивном рекорде сенсея Очи. После окончания инструкторских курсов GK в 1965 году, двух последующих чемпионатов 1966-67 годы, сенсей Хидео Очи становится абсолютным чемпионом Японии, завоевывая первые места в кумите и первое и второе места, соответственно, в ката. А еще через год, в 1969 году, Хидео Очи в третий раз становится абсолютным чемпионом, установив тем самым никем не побитый рекорд. Но, как оказалось, и это не предел. После 5 лет работы инструктором комбу-доджи в 1970 году Сихану Сатоси Накаяма командировал его в Германию, чтобы он стал в этой стране преемником Хироказу Канадзавы, то есть новым главным инструктором GK ФРГ.
После 6 лет преподавания в Германии, когда Очи-сенсей практически не бывал в Японии и не тренировался в комбу-додзю, в 1976 году он возвращается на чемпионат Японии, занимая первое место в ката. Поистине, удивительный результат, доказывающий потрясающую работоспособность, упорство и удивительную силу воли мастера Сёдакан карате. В 1970 году я переехал преподавать в Германию, но в 1975 году в Лос-Анджелесе на чемпионате мира GK Накаяма-сенсей сказал мне: «Очи, в следующем году ты должен вернуться и выступить на чемпионате GK». Я сказал: «Конечно», и начал усиленно тренироваться. И вот тут я столкнулся с большой проблемой. Ты знаешь, дело в том, что мое додзю, оно маленькое. И так как в нем было зеркало, я тренировал там ката, шлифую технику перед ним. Я тренировался так: одну неделю жил и тренировался в додзю, одну неделю жил дома, одну неделю в додзю, одну неделю дома. И так на протяжении года. Но если в моем маленьком додзю моя техника выглядела замечательно, очень мощно, то в огромном зале Будакана все было совсем по-другому. Все было очень далеко от идеала. Не было ни силы, ни настоящей скорости. И тогда я решил по ночам тренироваться в здании стадиона, так как там было большое пространство, и это помогло бы мне адаптироваться. Это была очень большая помощь для меня. Но в Кумите мне не очень повезло. Я встретился с Абе-сенсеем. Он был инструктором комбу-додзю. А вот в ката я стал чемпионом. И это было великолепно, поскольку в те времена выступали такие великие чемпионы в ката, как Осака-сенсей и Ихара-сенсей. Я был очень счастлив. Вы стали главным инструктором Европы после сенсея Иноэда, человека выдающегося, великого и уникального в истории европейского карате и всего мирового карате. Вот не могли бы вы рассказать о сенсее Иноэде и каково вам было, в общем, принятие бразды правления европейским карате после этого великого человека? Перед тем, как переехать жить в Германию, я некоторое время помогал сенсею Иноэду в Великобритании. Мы вместе тренировались, вместе преподавали, и я смог узнать его как человека. Это был очень, очень сильный человек. Да, очень-очень сильный. Я не такой сильный. Одним из продолжателей дела Гичино Фунакоси и носителем традиции карате до Сёдакан был Сихан Кинасука Иноэда. Иноэда-сенсей родился 4 июля 1935 года в Японии. С 7 лет он начал заниматься бейсболом, кендо и дзюдо. После школы поступил в университет Токусёку и начал посещать занятия Сёдакан. Уже через 2 года сенсей Иноэда стал обладателем черного пояса. Причем первый дан ему присвоил лично Гичин Фунакоси. Занятия у самого Фунакоси настолько вдохновили молодого человека, что Сёдакан стал для него образом жизни. И нет ничего удивительного в том, что, окончив университет по специальности экономиста, он поступил на курсы инструкторов GK с руководством сенсеев Масатоси Накаяма и Хидетака Нисияма. Путь сенсея был труден, да и может ли быть по-другому в мире карате, но упорство и искренняя любовь к делу всей жизни помогла стать сенсею Иноэда чемпионом GK по кумите в 1963 году после 2 лет пребывания на призовых местах. Сенсей Иноэда преподавал не только в Японии, но и в Индонезии, где он тренировал личную гвардию президента Сухарта, в Южноафриканской республике, на Гавайских островах и в США, ассистируя мастерам Хидетака Нисияма и Хироказу Канадзава. Но в 1966 году Канадзава-сенсей пригласил его в Великобританию в качестве своего ассистента для пропаганды и обучения Сёдакан. Клуб под названием «Зал Красного Треугольника», который Иноэда создал в Ливерпуле, вскоре стал сильнейшим в стране. Хироказу Канадзава вернулся в Японию, а Иноэда решил навсегда поселиться в Англии, где он возглавил Союз карате Великобритании в качестве главного инструктора. Его лучшими учениками были такие известные во всем мире английские спортсмены и тренеры, как Энди Шерри, Терри О'Нил, Боб Пойнтон, Билл Кристалл, Чарльз Нейлор. И, конечно же, легендарный боец и катист Фрэнк Бреннан, который и по сей день продолжает лучшие традиции Сёдакан, заложенные в Великобритании мастером Иноэда. В 1985 году Иноэда-сенсей стал директором GK и был назначен главным инструктором GK Европы и всей Африки.